Это был 9-й традиционный турнир по мини-футболу памяти бывшего директора детско-юношеской спортивной школы Сергея Ивановича Колеватых. Данного человека, несомненно, помнят люди среднего и старшего поколения, так или иначе связанные со спортом. За долгие годы работы в спортивных учреждениях он, по сути, был незаменим везде. И именно при его активном участии в Ленинске-Кузнецком имели огромный успех такие виды, как хоккей с мячом, пауэрлифтинг, ну и футбол, особенно детский, тоже. В прошедших 11 июля соревнованиях приняло участие 6 команд. Первыми его заканчивали утешительным матчем за 5-6 места самые юные участники – команды «Сибирь-2» и «Сатурн-2». Но сколько было азарта у мальчишек, что язык не повернется назвать их аутсайдерами турнира. А в чем-то было бы и не грех поучиться взрослым футболистам. Как вам 23-й номер, а? Берите пример, мужики. В одном полуфинале полысаевская «Звезда» уверенно взяла верх над «Сибирью» со счетом 4-1. А вот во втором основное время не выявила победителя. И вообще не было забито голов. Кто пройдет в финал, выявлялось после матчевых пенальти. Хладнокровнее и удачливее оказались ребята из команды «Сатурн», тренер Юрий Тен. И один гол с точки на счету девочки Варвары Герасимук. И будь бы на этом турнире презрительских симпатий, уверены, многие бы проголосовали за нее. Судьбу почетного третьего места решил всего один мяч, забитый в конце матча воспитанниками спортшколы номер 3. А в финале «Сатурн» со счетом 3-0 выиграл у «Звезды» и стал победителем турнира. И один гол опять на счету представительницы прекрасного пола. Итоги таковы. Третье место у команды спортшколы 3. Тренеры-преподаватели Виталий Потраков и Дмитрий Мелехов. Второе – команда «Звезда». Тренер Александр Землянухин. И главный приз в руках капитана «Сатурна». Как обычно, были названы и лучшие по номинациям. Лучший защитник – Артем Ключников, воспитанник спортшколы 3. Лучший нападающий – Сергей Лапшин из полысаевской «Звезды». Лучший вратарь и лучший игрок турнира – представители «Сатурна» – Игорь Забиякин и Иван Атапин, соответственно. Соревнования окончены. Впереди ребят ждут новые турниры. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.